Катастрофическую неэффективность проводимой сейчас военной операции в Ираке показал случай, который произошел буквально несколько часов назад у города Байджи, крупнейшего нефтеперерабатывающего центра страны. Неопознанный самолет уничтожил склад иракской армии, который с трудом сдерживает наступление боевиков Исламского государства. По данным командования, погибли не менее 43 человек, раненых почти в два раза больше. В основном это гражданские. Ответственность за атаку пока никто на себя не взял, однако стоит отметить, что в этом регионе в воздухе господствуют американские истребители. Сегодня же в Пентагоне была одобрена поставка в Ирак еще и военных вертолетов «Апач».